насколько я знаю, многие люди болеют за меня, переживают. Мне это очень приятно. Мне приятно, что будут показывать по российскому телевидению бой этот. Я физически сильнее, я так думаю. Знаю одно, что я никогда, что бы ни было, я никогда не сдамся до последнего раунда. Моя цель — выиграть звание чемпиона мира. И если получится, конечно, постараюсь выиграть по нескольким версиям. Выиграю и уйду. Я ленивый такой, я, блин, тренироваться. Тяжело мне даются тренировки, но вот Валерий Иванович — это тот человек, который может меня заставить, который может меня вдохновить. Обычно, как, ну, противник, ты пробил двоечку, он хоп, отошел, а ты пробил двоечку, еще туда, и как раз все там будет. Такой грязный, ниже пояса бьет частенько, грязный такой, ну и удары держит. Посмотрим. Я думаю, я-то всегда выхожу настроен только на победу. Воспитан я по-другому, я русский человек. Не могу я за границей находиться и все. Русский Витязь, который воюет за Россию. Как может. Всем зрителям РЕН-ТВ привет, болейте за меня, я не подведу.